Лукас говорил о решетке для классического комара. Я сказал, что он давно вне игры. А я не веду дел со всеми подряд. Я не заставлю тебя передумать? Может, если обгонишь меня. Надеюсь, ты можешь больше, чем тот выдохшийся механик. Скоро все изменится! Ясно тебе? Удачи на твоей стороне! Неплохо! Да, ты явно хочешь получить эту решетку. Стой! Какого хрена? Он не виноват. Я его прогнала. Что? Зачем? Как он и сказал, я не веду дел со всеми подряд. А ты? Так, а вот и так хотел впечатлить. Решетка уже едет к Ривьере в гараж. Кто рассказал, что я живу там? Ну, у тебя на трубке полицейский сканер. Но мне он нипочем. Взломала его? Создала. Я тебя скоро найду. Где тот чувак, думаешь, свалил? Эй! Ну, круто, то, что нужно. Подожди, а сообщение? Это не она? Сейчас все узнаем. А,
К черту. Тебе не нужна твоя тачка? Нужна, Торрес. Но мы видели вас с деньгами. И знаем, каким дерьмом вы тут занимаетесь. Решили пойти против нас? Не советую. Ваш трюк той ночью был весьма опасным. Думали о том, чьи это деньги? Того, кто сейчас не на шутку зол. Чьи? Ты чего? Хватит ее слушать! Фрэнка Мерсера. Он хочет с вами разобраться. Да? В другой раз выбери место потише. Думаете, я здесь для этого? Я вообще этого не хотела. Это слишком. Он далеко зашел. Его нужно остановить. Из нас троих ты и коп. Я напишу рапорт. Ты что? Вы думаете, его не прикроют? Я ничего не могу сделать. Но вы. Он не предвидит удара. Слушай. Нам жаль, что твой босс такой козел. Но мы лучше пойдем. Спасибо. Как насчет брата? Он думает так же? Эй, воу-воу-воу-воу, эй, он тут вообще ни при чем. Совсем. Так, лучше не станет. Вам ясно? И я не могу сдерживать его вечно. Нужно действовать и быстро. Выбора у вас нет. И что нам делать? Сейчас мы разойдемся в разные стороны. Я пришлю координаты. Что? Зачем? Они переезжают. Сами увидите. Дальше разберетесь. Решение. Вперед! Налево! Здесь направо! Подозреваю, мы едем не на гонку шоу-даун.
все так обставляем. От лишнего внимания. Чьего? Федералов. Правительство не шибко любит тех граждан, что живут вне системы. Год назад на нас вышли в Вентури Бэй. Мы едва унесли ноги. Когда переехали сюда, стали устраивать гонки, чтобы не терять форму. Никогда не знаешь, когда придется все бросить и спасать свой зад. А я-то вам зачем? Хочешь стать лучше, гоняй с лучшими. А нам надо стать лучше. Покажи мне, что ты умеешь, и мы обсудим оплату. У нас сегодня новый участник. Я просила не щадить вас. Надеюсь, вы тоже не будете. Докажи уже, что я не зря тебя привела. Ничего особенного. Хочешь впечатлить? Вырывайся вперед! Теперь можно и поговорить.
Для шоу-даун в город должны привезти партию топовых деталей. Но вот только никто их не получит. Погоняй с нами еще, повтори то же самое. И все же получишь одну. Идет. Дам знать, когда мы будем готовы. Хвала автоответчику. Это Джордин, и она в ярости. Что мы сделали? Разоблачение шоу – большая новость. Об этом все говорят. Мы в центре внимания. Пусть это так и останется. О, да. Эй, смотри, справа идет. Чего мы ждем? Погнали уже. Сокращай отрыв, а то уйдет. Ну, мы правда следим за копом. Что может пойти не так? Все что угодно. Там говорится, докуда нам нужно следить? Не-а. Надеюсь, мы это выясним. И не помрем в процессе. Так, там контейнерная площадка. А ну, соберись! Не знаю, как ты, а я не думаю, что тут штрафуют за неправильную парковку. Так, тормози. Что они делают? Похоже, наш приятель только что получил ключи. Поедем вперед, они нас заметят. Сдай на и назад, уйдем по своим следам. А ну, соберись! Что-нибудь узнать насчет Торрес? Не особо. Только то, что она в команде Мерсера. И что они давно промышляют этим. Но недавно все вышло из-под контроля. Может, она не врет? Посмотрим. Зачем тебе было в это ввязываться? Деньги. Статус. Знакомая история. Нам ни к чему, нас запалят. Вы с Лукасом помирились? Не-а. Мы, конечно, и раньше ругались. Мне пока не отсвечивать. Он что-то не договаривает. Что-то насчет тебя и папы. Да уж, суровые они ребята. Ты даже не представляешь. Так, он вроде остановился. Притормози, подождем. Похоже, конфискат. Чтобы догнать такую, придется выжать из этой тачки все. Кажется, я знаю, чья это F40. Правда? Расскажешь? Та же история, что у меня. Машину конфисковали, потом она пропала. И никаких следов. Глянь на этого козла. Едет, словно это его тачка. А заявление подать? Пропадет вместе с тачкой. Наше слово против их. А наше слово здесь ни хрена не стоит. Поворачивай там налево. Езжай за ним. Полегче. Не надо так близко. Живо!
нельзя отставать. Тормози здесь. Да уж, ничего подозрительного. Эти тачки стоят целое состояние. Я гонял против таких. Что они здесь делают? Вот черт. Это мощно. Мощно, как грузовик бабок. Это же... Ах вы... Тише! Какого черта? Вот и вернули твою машину. Твари. Надо было видеть вчера его лицо, когда ее грузили на эвакуатор. Он чуть не плакал. Фрэнк был бы в восторге. Ладно, я сторос. К черту Мерсера. Их надо остановить. Если мы в деле, нам нужен план. Что-нибудь придумаем.